Всем привет! Сегодня я приготовлю идеальную яичницу на завтрак. Первым делом бекон нарезаем небольшими кусочками. Кладем его на сковороду. И на медленном огне вытапливаем из него лишний жир. Потом к обжаренному бекону добавляем шампиньоны и обжариваем их до образования румяной корочки. После чего помидоры нарезаем небольшими кубиками. И отправляем их обжариваться. Пока все обжаривается, в тарелку разбиваем яйца. Приправляем их солью, черным молотым перцем, паприкой и хорошенько все перемешиваем. Затем отправляем яйца к обжаренному бекону, накрываем фольгой и на медленном огне обжариваем.